Вы даже не представляете. Из всех... Нет, не представляете. Из всех самых таких вот важных когда-либо выступлений... Простите, пожалуйста, я боюсь, что это будет укоренный вход. Из всех важных выступлений, когда-либо... Приходилось выступать с Superstar Blackpool. Даже не представляете, насколько это волнующе. Но, я вам скажу честно, ничего, ничто не побьет сегодняшнее выступление. Никак не удавалось, пока у нас была активная танцевальная карьера вместе. И неактивная. Никак не удавалось приехать в Украину и станцевать у себя на родине. И спустя 10 лет все-таки это осуществилось. И спасибо, конечно, огромное Игорю, Оксане за то, что они... То, что они осуществили, неосуществимо. Если честно, когда зашел разговор об этом, я не думал, что это будет реально. И я первый, кто был против. Ха-ха. Но это честно. Я довольно честный человек. И не потому, что я не люблю здесь танцевать. Просто потому, что я так боялся, что я думал, что я лучше буду избегать этого. Но тем не менее, Карина, как обычно, вытащила, сподвигла меня на это. Поэтому спасибо большое. Ну, мы еще с вами увидимся. И еще есть вам что сказать. Спасибо большое.